подходит к вам ребенок и говорит: папа, купи мне собаку, очень хочу собаку, ну, например, собаку возьмем, и вы понимаете, что если вы сейчас не купите собаку, то ребенок будет обижаться и психовать. А если купите, то вы понимаете, кто через 2 недели будет уже ходить и гулять с этим животным. Так вот, что нужно сделать, чтобы психику ребенка не травмировать и чтобы он не обижался? Покупаете ошейник с поводком, даете ребенку и говорите: давай договоримся, 2 недели выходишь гулять каждый день с этим ошейником в 6 утра и в 6 вечера, на полчасика буквально. И если ты это делаешь постоянно, дождь, снег, в жару, выходной, ну вот, неважно, постоянно выходишь, значит, ты хочешь эту собаку. Значит, я тебе ее через 2 недели куплю. Если ты не будешь выходить гулять с этим вот ошейником, значит, и собаку ты не хочешь. И ухаживать за этой, ну, собакой ты тоже не будешь. Значит, я тебе ее не куплю. Я вас уверяю, через 3 дня ребенок не захочет выносить вам мозг и не захочет уже эту собаку.